Здравствуйте. Зовут меня Владимир, фамилия моя Шепертицкий. В настоящее время я являюсь агентом и представителем Skyway Invest Group. С интернетом знаком с 2003 года. Первые деньги начал зарабатывать лет 5 назад. Но сейчас вести разговор о прошлом, что происходило со мной, нет желания. Да и незачем. По большому счету у многих история похожа на мою. Но результаты разные. Сейчас я покажу три предмета. Вот, например, вот этот телефончик. Приобретенный 10 лет назад. Вот второй. Ну, это чуть помоложе, 5 лет. Ну, а этот 1,5 года назад. И вот, на какие же мысли они меня в какой-то момент натолкнули. Как вы думаете? Все правильно. Если представить, что вы имеете, например, возможность получать хотя бы миллионную долю от прибыли компаний, производителей вот этих вот, этой продукции, то это означало бы, что вы приобрели финансовую независимость, либо финансовую свободу. Вы спросите, почему и каким образом могло это произойти? Ответ прост. Нужно было оказаться в нужное время и в нужном месте. Так же, как люди стали владельцами доли Google, Apple, Amazon и так далее. Таких компаний много. Ну, не так уж, но и немало. Декапитализация произошла в сотни, даже тысячи раз. Вы, конечно, скажете, ну и что? Теперь все в былом. Все правильно. Но есть настоящее. Сейчас с огромной скоростью набирает обороты развитие и внедрение технологий шестого уклада. И капитализация акций произойдет в ближайшее время. Всего лишь через 1,5 года акции транспорта второго уровня, которые стоят сейчас центы, станут стоить доллары. Вы только себе представьте, на пороге каких прекрасных событий мы с вами стоим. Вы спросите, откуда такая уверенность? Да, вы правы. Совсем недавно, в январе, феврале месяце этого года, у меня тоже были такие сомнения, неуверенность. Но я человек решительный. Да и внутри силу инженерного образования что-то подсказывало. Такое полезное и хорошее дело угаснуть не должно. Я вложил совсем небольшие деньги и начал изучать изнутри. Посещать тренинги, вебинары, конференции в онлайн. А сейчас, когда произошло уже несколько очень серьезных, положительных событий, постоянно поступающих радостных новостей, я уверен, что нахожусь в нужном месте и в нужное время. Теперь о некоторых произошедших событиях, которые говорят сами за себя, я вас поведаю. Итак, международная конференция в Европе прошла 23 мая 2015 года. Само по себе событие очень яркое и значимое. Но плюс к этому была оглашена новость о ведущих переговорах в Абу-Даби, где обсуждался вопрос комплексных мероприятий,
по проектированию и строительству SkyWay. Практически сразу после конференции было объявлено еще одно событие, что в июле 2015 года произойдет слияние двух инвестиционных компаний, это RSV Systems и SkyWay Invest Group, и головной компании генерального конструктора, генерального директора Юницкого Анатолия Эдуардовича. И это произошло. Заключены договора и соглашения о взаимности, взаимодействиях, ответственности друг перед другом. Совсем через короткое время последовала новость следующая, в которой говорилось о желании стран Англии, США, Германии, Испании, Украины, России, Китая рассмотреть строительство адресных проектов. 5 июля 2015 года ЗАО «Юнибус» становится резидентом экономической зоны Могилев с правом получения в землепользование 59,5 гектара. Это событие 2. В настоящее время производятся геодезические исследования почвы, на которой будет построен тестово-сертификационный участок для пассажирского, грузового и скоростного транспорта SkyWay. А теперь о последней, буквально вчерашней новости. 3-4 октября 2015 года произойдет уникальное мероприятие, можно сказать, исторического значения. Будет возводиться первая анкерная опора, заложен первый кубометр бетона на нулевом километре SkyWay. Конечно, не все, но часть пальчиков сможет попасть в самом начале исторического события 21 века, третьего тысячелетия. Ну и в завершение я скажу еще раз. Наконец, мне посчастливилось. Я оказался в нужном месте и в нужное время. И теперь выбор за тобой. Я рассказал очень важные аспекты, которые, на мой взгляд, нельзя оставлять без внимания. У тебя есть прекрасная возможность. Если даже сомневаешься, не слушай троллей. Заходи по ссылке, регистрируйся бесплатно и изучи изнутри. Ты ведь не менее грамотный, чем я. В этом отношении ты сам сможешь разобраться во всем. Ссылка находится под видео.